Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня на обзоре велотренажер. Имитатор велосипеда, предназначенный для тренировок. Велотренажер относится к циклическим тренажерам. При занятии на нем в работу включаются практически все группы мышц, а сама работа построена на многократном повторении одного и того же движения. Он используется для физических нагрузок, как в спортзалах, так и в домашних условиях. Сегодня велотренажеры выпускают несколько крупных компаний, и я хочу представить вашему вниманию модель DFC-B209. Об ее особенностях узнаем по ходу, а сейчас предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик. Лучшие цены и актуальное наличие вы узнаете, если перейдете по ссылкам в описании. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь приступим. Велотренажер имеет стильный эргономичный дизайн. Корпус в черно-красном цвете. Для передвижения тренажера по квартире предусмотрены транспортировочные ролики. Конструкция достаточно компактная, поэтому подойдет для малогабаритных помещений, например, балкона. Компьютер с LCD-дисплеем отображают следующие параметры тренировки: скан, скорость, время, дистанция, калории. Домашний тренажер B209 начального уровня подготовки для всей семьи. Модель с вертикальной посадкой и ременной системой нагружения. Ручная регулировка с помощью ручки на стойке тренажера. Сиденье регулируется по высоте и позволяет подобрать удобную посадку для тренировки. Большие педали с регулируемыми ремнями. На тренажере нет встроенных датчиков пульса. Модель не требует специальных знаний для самостоятельной сборки. Из отзывов я выделила основные особенности этой модели, и сейчас поделюсь ими. Сначала отрицательные. При вставании с тренажера можно кувыркнуться вперед через руль, легко переворачивается. При переключении скорости незаметно, чтобы нагрузка увеличилась. Не подойдет людям больших размеров. Педали крутятся рывками, а не плавно. Этот велосипед предназначен для определенного роста и сложения. Неудобно сделаны педали и сиденье. При средней интенсивности тренировок спустя месяц пластиковые втулки были съедены. Теперь перейдем к положительным. Легкий, занимает мало места. Для домашних тренировок не на профессиональном уровне отличный тренажер. Легко собирается, скорость регулируется. Очень удобный. Свою функцию выполняет. Все заявленные характеристики присутствуют. При переключении нагрузки она ощущается. Буду рада, если поделитесь мнением в комментариях и поставите лайк. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться на связи. До скорой встречи на канале «Современные родители».